Волнуйся, да? Значит, когда рука уже прямая, рука прямая, основа. Да, то есть нужно что? Нужно не просто вот так вот тянуть, ломать, а в первую очередь надо всегда держать ноги сжатыми. И момент боли идет гораздо раньше. Ты чувствуешь это? Или вот так вот? Видите, здесь она без контроля ног, рука может двигаться очень далеко. И особенно у девочек бывают очень мягкие эти руки, они продвигаются и сюда ломать, и никак не получается. А проблема в том, что они не делают контроль вот здесь, надо сжать сильно, и уже здесь болевой порог моментально идет. Даже если до сих пор все это у него рука такая очень гибкая, супергибкая, то нужно, в принципе, брать в районе кисти и проворачивать руку. Или в одну сторону, или в другую, смотреть. Вот, потому что здесь уже, конечно, идут болевые ощущения. Значит, ни в коем случае я вас прошу, не экспериментируйте друг на друге ломать. Просто возьмите, сядьте, да, на руку и попробуйте.